Привет, детишечки мои! Я вам сейчас такую новость расскажу! Бабуля ваша с вами! Привет! Ой, девчонки, что такое? Здравствуйте, женщина! Вы меня не пугайтесь, но я такая бабушка! Мне надо вам такое рассказать! Такое рассказать! Здравствуй, милок трехглазый! Что случилось? Что такое, женщина? Чего вы кричите? Ребята, все слушайте меня внимательно! Я устроилась на новую работку, хоть дед мне и говорил, не ходи, но я устроилась. Я сейчас продаю билеты на видеожару. Ребята, вы вообще знаете, что такое видеожара? Ты на канале Королевские куклы. Подпишись на канал, поставь лайк под этим видео. Ты молодец! Видеожара! И сейчас мы будем туда заходить, показывать свои билетики. И вот мы на видеожаре. Мы наконец-то добрались сюда. Здесь так интересно, много разных локаций. О, да, я знаю, это класс, это там тусовка всех блогеров. Вот ты молодец, девочка, ты знаешь. А ты, красавица, ты знаешь, что такое видеожара? Да, я люблю на видеожару ходить, там все блогеры, и там столько интересного. А что это у вас за работа такая? В этом году снова в Киеве будет проходить видеожара. Все на видеожару. И слушайте меня внимательно. Видеожара — это такая тусовка, я в прошлом году там была. Вот эти вот ваши фишечки, штучки, там этого всего полно. И мне надо всем рассказать, всем, чтобы покупали билетики туда уже. Как это? А где можно купить билеты? Здесь такая очередь за билетами на видеожару. Посмотрите, сколько людей! Купить билетики на видеожару вы сможете по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Ребятки, здравствуй, собачка! Ой, в каком розовом свитере, собачка, привет! Ты знаешь, ты был вообще на видеожаре? Что вы хотите, женщина? Чего вы ко мне прицепились? Да ну ты послушай меня! Что же ты стоишь в розовом своем свитере? Ой, ребята, видеожара! Вот видите, я кручу! Это еще даже круче, чем я кручу обруч, понимаете? Да, можно! Ой, вешу, а то устала чуть-чуть. Да, можно даже кататься вот на такой доске. Вот где там она, доска-то эта. Вот на такой доске кататься, только по воде. В прошлом году каталась. У-у-у, знаете, как круто это было? Совсем не старушка, я вон прыгать даже умею. Ай, прыгать ты умеешь! А ты знаешь, какие батуты на видеожаре? Вот посмотри на видео! Смотрите, как здесь так интересно! Друзья, есть сюда желающие, пожалуйста, подходите к четким пацанам. Бабуля, привет! Я знаю, что такое видеожара. Я обожаю быть на видеожаре. Вот ты, одноглазик, молодец, молодец. Покупай билетик. Так где купить-то? Ну вот, по ссылочке внизу. Внизу под видео есть ссылка. Надо на нее нажать и купить билет.
Лично я очень хочу попасть на видеожару. Я тоже очень хочу попасть на видеожару. Пойду очередь занимать. Там очень круто. Там все такие классные люди будут. А ты слышала? Какие видеоблогеры будут в этом году на видеожаре? Эй, дружочек, ты вообще кто такой? Ты, может быть, пришел с видеожары сюда? Да, я участвую в видеожаре. Я хожу там как робот такой. Заметно. Странный ты человек, но ты билет вообще купил? Давай покупай. Вон, видишь, ссылка внизу. Надо покупать билет. Вот у тебя есть там родители или кто-то из родных? Вот ты себе купи и им купи, понял? Эй, ой, что это у тебя рог торчит? Красивая ты, красотка ты, с длинными ресницами. Женщина, что вам нужно? Ты сюда пришла зачем? Я вот пришла кофточку себе купить. Я пришла кроссовочки купить. Молодец, и билеты на видеожару тоже покупай. По ссылке у меня. Не забудь, если ты хочешь попрыгать на батуте, вот так вот весело там прыгала я и каталась на скейтке. И вообще там была такая речка, на которой можно было кататься. Тетушка, ты поняла? Что такое, женщина? Я не хожу на видеожару. У тебя внучка есть? Внучка. Я молодая еще женщина. Ну, дочка там, сыночек есть у тебя. Женщина, я не хочу с вами разговаривать. Ой, короче, если ты такая неразговорчивая, тебе надо идти на видеожару, потому что там со всеми ты будешь разговаривать. Ну ладно, хочешь как хочешь, пока. Ну что, ребята, вы решили, вы покупаете билеты на видеожару, я вам тогда на гитаре сыграю. Вот так здорово. А тебе на вот на этом поиграй, а тебе на вот этом поиграй. И начинается такой балаган. В общем, ребятки, кто покупает билеты на видеожару? Я покупаю билет себе и своей подружке. Я обязательно куплю билеты, потому что я люблю видеожару. Там можно даже вот так на барабанах поиграть. 100%, там все можно. Ладно, хватит мне с вами болтать. Я, в общем, побежала. Эу, старушечка, постой. Я старушечка, слышь, милочек. Я не старушечка, я молодая бабуля. Что ты хотел? Ну, продай билетик мне, продай уж. Ладно, продай мне билетик на видеожару. Ну, заходишь по ссылке, которая находится под этим видео, и покупаешь билетики сейчас по самой дешевой цене. Успей купить. Правда? О, надо поскорее бежать покупать. Ладно, некогда мне с вами тут болтать. На видеожаре будет самый крутой канал. Это канал Королевские куклы. Это будем мы. Мы тоже будем на видеожаре. Так что спешите покупать билетики. Я мама этих королевских кукол. Я снимаю для вас видео на канал Королевские куклы. Видеожара состоится на арт-заводе «Платформа» в Киеве, в Украине. Добро пожаловать! Приезжайте на видеожару! Прилетайте на видеожару! Приплывайте на видеожару! Приползайте на видеожару! Вы должны быть здесь! Приезжайте на видеожару! Летайте на видеожару! Приплывайте на видеожару! Приползайте на видеожару! Приезжайте на видеожару! Летайте на видеожару! Приплывайте на видеожару! Приползайте на видеожару! Билетики, билетики! Спешите покупать билетики! А купить билетики на видеожару вы можете по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Ты на канале Королевские куклы! Подпишись на канал! Поставь лайк под
этим видео. Ты молодец.